Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Горячий Цех. Меня зовут Мясник. Ну что ж, продолжение Umbrella Elwoods. У нас на очереди миссия по саботажу какого-то монумента Адвента. Я, кстати, думаю, что там прибудет избранное. Там у нас ушел народ чисто в прокачку. Там у нас есть капитан, который умеет всех бафать. Все, кто ниже сержанта, получают автоматически повышение. Учитывая того, что у нас сейчас начался прирост новобранцев, из-за того, что мы регион самый первый освободили, и там сейчас я веду активный поиск рекрутов, то эта чувиха, она сейчас будет очень полезна. Но мы в любом случае всех офицеров будем докачивать до этого звания постепенно. Have had long enough to establish their peaceful enclaves within the city centers. It's time we move in and show them the fight isn't over yet. We're deploying to hit a high-profile target, one that they won't be able to cover up so easily. Move to secure the target site and eliminate any hostile contacts in the area. Ой, тут тоже, кстати, на самом деле довольно тупо сделано. Дело в том, что здесь мне написано: убейте всех врагов, но трупы с этой миссии я не получаю. Казалось бы, почему? Мне вот, честно, вообще непонятно. Потому что я понимаю, когда... Я не получаю трупы, когда заканчиваю миссию на эвакуации. Но когда я не получаю трупы, вот, например, вот отсюда, ну, как-то очень странно. Так, ну что, давайте искать наших врагов. Кто у нас тут? Дробовики по-прежнему у нас старые, не магнитные, но вот магнитка. Магнитка сейчас вот со дня на день будет уже готова, новая. Так, мы будем сейчас потихонечку продвигаться. Там будет и снайперка магнитка, магнитные пулеметы магнитные. В общем, все будет там по красоте. Так, разведчика, я так понимаю, здесь у меня нету, поэтому в качестве основной ударной силы будет выступать вот инфильтратор. А вот дрона видим, вот турель. Далеко пока уходить не буду. Раз там турель, тогда я... Уйду в другую сторону. Сейчас вправо буду уходить. С турелью драться я особо не хочу. Честно, это бессмысленно. Нахер она... Вообще мне нахер не сдалась. Поэтому уходим просто сюда. Я уже там. Я уж подумал, что опять кого-то нашли. А, тут что? Reinforcements, squad targeting. Ну, блин, reinforcements я не хочу. Трупы все равно не получу за эту миссию. Так, Sandwinder. Адвентрон. А, тут другой дрон. В общем, готовимся к миссии, готовимся. Сейчас будем вот с этой стороны будем обходить всех. You got it. Есть, выполняю. Потихонечку будем обходить. Буду искать удачный момент для атаки. Я не спешу никуда. Главное не сагрить слишком много. Так, если что, мясорубка есть. Yeah, yeah. Come on, let's go. Так, обходи сюда. Задача ясна.
сюда. Этот дрон там по-прежнему так и висит. Даже не знаю, хорошо ли это или плохо. С одной стороны, он там висит себе и висит, ну и что? Че, он нам не мешает. Просто я опасаюсь то, что он в любой момент может сорваться, вот залететь мне куда-нибудь вот сюда и сорвать мне, ну, всю маскировку вообще. Просто потому, что ему моча в голову ударила. О! Змея с дроном сюда идут. Гардиан, трупер, трупер. Угу. Ну, такой. И еще один дрон. Ну, такой здесь достаточно лайтовый здесь пока паки ходят. Так, снайпер, ну-ка, пододвинься. Угу. Так, штурмовик. Сюда. Сюда. А вот куда же мне пулеметчик-то засунуть? Пулеметчик сюда пока. Так, сюда идут, отлично. А те ребята? И те ребята сюда идут. Ну, шикарно, чё. Там, правда, дрон такой довольно мощный. Если, кстати, у него же есть мясорубочка. Если я вот сюда вот сейчас вот так вот залупнусь, я через приказ потом смогу увести его. Зато он может сейчас мясорубкой вот всю вот эту пачку просто нахрен вырезать. Ну, не то, что прям всю прям, но большую часть. Вот так вот. Давайте. Бах. This game just started. Have a nice day. Сюда. Сюда. Так, во. Оп, порезал. А, они на месте еще остались. Так. Ну, здесь довольно все просто. Так, минус раз. Пулеметчик. Пулеметчик сюда забирайся. Тут все довольно просто. Тут вот бежим, вот этих вот убьем. Пулемет. Давай, змею шотай. Так, далее. Run and gun. Сюда. Заткнись, что-то там вякнуло, извини. Еще и залупается еще. Посмотри, мразь какая. Спешу. Вот этот дрон. Ура!
И ну-ка, а можно его отключить нахрен? Ну-ка, сколько процентов его отключить? 84, ну попробуй. Ну, даже под контроль можно его взять. Ну, мы его просто отключим. Того мы убили половину народу. Ну, этот дрон, я уже считаю его за мертвого. Вот еще один дрон. Ну, что он мне сделает? Да по лежачей цели промазал. Ну, это просто... Ой, просто забейте. Давайте равномерно всех ушотят. Попал? Не видно. Попал. Даже кританул, нифига себе. 57. Ну я вот не понимаю, откуда такие... Почему такие значения? Непонятно. Вот он лежит. Вроде у него должно отключаться все. Все обилки отключаются. Вот 44. Вроде все должно отключаться, а он все равно функционирует. Остался, я так понимаю, еще один пак из 5 врагов. Может быть, 2 пака там. По 2, по 3 ходят. Давайте потихоньку двигаться сюда. А, ну, перезаряжайся. Так, овер. Овер. Перезаряжайся. А что первый делает? Enemy will. Воля. Ну, а давай попробуем. Давай попробуем, давай, хули. В 90% неудача. Ну вот я не понимаю, что это за бред. Ну вот это просто бредятина. Ну, блять, ну почему? Ну вот, блять, что за хуйня? Вот, ну... Ну вот почему это, что это за бред? Ну пиздец еще, ёб твою мать, прислали мне в наказание. Страдай, гондон. Ты вот эту хуйню пытался взломать? Теперь страдай, пожалуйста, на тебе вот меха, на тебе вот щитбрейкера, пурифайера. Они еще, блин, разбежались, как говно какое-то. Да что ты там на меня пальцем своим тычешь, блин? Я тебе сейчас этот палец просто в жопу засуну. Ой, это пиздец, ну просто. У меня слов нету, ну откровенно нет слов. Ай. Так, ладно, хуй с ним. Давайте, короче говоря, делать хуйню. Раз. Рубим меха. Но он не уйдет от него теперь. Да ёбер, ёб твою мать, еще и ты. Оглушаем его.
8-8. Давайте АИМ сделаем него. Комбат протокол. Ну а что делать еще? Давайте дамажить эту турель. Убивать. Надо было, наверное, сначала снайпером походить. Ну ладно, хрен с ним. Так, пурифайера откуда видно? Вот отсюда видно. Турель штурмовика. Промазано. Что так анимация глючит у этого долбанного оружия, этого лазерного, пипец, она глюченная. На, по башке. Давай, Purifier, и ты еще подойди к нему. По-моему, у него этот хазма-сьют, его вообще до пизды на твой огонь. Но к нему, кстати, опасно подходить достаточно. Он может рвануть. Пердак у него бомбанет. Oh, yeah. Давай, добивай турельку. Ой, пиздец, ну что ты за... Ну что ты за рачила? Вот просто вот, что ты за рак такой? Так, надо уйти с мини-огня турели. Здравствуйте. Так, что ж ты не дохнешь-то нифига? Какая мразь живучая, ты посмотри на нее. Так, на тебе тогда гранаты обычные. Плазменные я приберегу для чего-нибудь другого. Все, наконец-то. Че, может кому-нибудь команду отдать еще? Кому? Нет, давайте так. Придется так добивать ее. Че делать? Пока неплохо идем. Ну, осталось нам найти последний пак. А, собственно, вот. Мы его и нашли. И это сектоид со змеей? Серьезно? Что-то тут народу прям, ну, совсем, как... Совсем кот наплакал. Не то, чтобы я жалуюсь. Ни в коем случае. То с этой игрой только попробуй пожаловаться, что тебе слишком легко или что-то... Или ляпни что-то в силе. Изи. Она тебе такой хуйни наворотит, блин. Что ты просто охуеешь. Я пошел.
Так, давайте-ка попробуем змею застанить. Она сейчас вот самая опасная. Нет, да? Так, тогда... Подходим. Сорок процентов. Попал. То есть в 75 ты по турели, по стоячей мишени ты попасть не можешь. А вот... Вот в цель, которая там где-то закрылась, а ты можешь попасть. Ну, просто вот гений. Гений логики. О, нет, еще он. Ну вот это точно последние, ребята. О, в 30 попал. Гренадер, хэви рокет, змея. Какая у нее анимация мерзкая такая, прям. Ну прям змеиная. Змея же хули. Кто это решил поколдовать? Ну, ему это не особо поможет, откровенно. Тридцать семь. Ну, стреляй. Чё бы нет. Ну, вот. Раз на раз не приходится, как говорится. Что мне скажешь? Да ничего хорошего ты мне сказать не можешь. Кроме того, что тебя надо просто увести отсюда сейчас. Хе-хе-хе. Мимо, придурок. Лайтинг рефлекс. Так, значит, что нам нужно? Я думаю, сейчас надо гранаты как-нибудь долбануть по ним. Может, как-нибудь получится задеть двоих из сектоида. Ну, то, что сектоида надо убить сейчас. А, там змея. Так, тогда сейчас попробуем по-другому. Ну, что ты делаешь, идиот? Получится двоих задеть сразу. Нет, тогда змею. Да, убиваем змею. Урон один. Так. Бежим сюда. Режем сектоида. Фига себе, 19 прокнуло. Так, здесь протокол помощи на него.
давайте еще раз используем приказ. Закроем его дымом. Так, гренадер. Упс. Да, лучше к нему не подходить. Вот как инфильтратор класс, прям вот с мясорубкой и close combat пиццеристом прям очень сильно раскрылся. Потому что он прям вот к нему, если кто подходит, то есть рискует огрести сразу двойной урон от мясорубки. Сначала он по нему постреляет, а потом еще и мечом ударит его. Прям очень круто. Иду на позицию. А давай попробуем его застанить. Чё бы нет. 40, 49. Ну, не прокнуло, к сожалению. Reloading. 37. Нет, давай-ка я прицелюсь. На всякий случай. Здесь мы сделаем вот так. Здравствуйте. Так, овер, сапресс. Он не двигается, потому что он с фланга его еще не обошли. Но это дело поправимое. Ну ты лошара. Ебать ты лох. Ты, блять, вот... Я просто охреневаю. Ну вот как? Ну 95, ну... Ну это вот насколько надо быть рукожопым идиотом, чтобы вот промазать прям вот по в упор мечом по стоящей цели. Причем я же уверен, ты с этим мечом, ну, тренировался как минимум, ну, не знаю. Даже я, когда в страйкбол играл, даже я, например, учился быстро вытаскивать пистолеты и менять руки, менять плечи на переключение. Когда, например, ты должен быстро переключиться со стрельбы с правого плеча на левое плечо, когда особенно ты идешь по зданию. Это же просто необходимо. Но, блядь, вот промазать-то мечом, причем промазать мечом тот, кто специализируется на атаках мечом, ну это просто пиздец на самом деле, блядь. У меня слов нету. У меня реально нет слов. Кстати, дай-ка я трупы заберу с собой. Дай-ка я заберу с собой трупы. А кто мне нужен? Кого тут продать подороже можно? Вот тут давайте кого-нибудь возьмем. Во, меха давайте заберем с собой. Как раз. Он дорогой, его можно продать. Вот змею с собой возьмем. Где она? А, не, он вот этого возьмем, чувака. Да не ссы ты, Брэдфорд, сейчас все будет. Так. Сейчас все будет. Чё ты ссышь?
Не ссы. Сейчас я тут полутаюсь и... Может, будет что-то делать. Так, ну-ка. Возьмем побольше с собой народу. И чё? Скилл ивент. Скилл Ямато получила 3 своих абилити. Интересно, за какие заслуги? Семнадцать врагов, никто не ранен, но... Ну это, конечно, блин, это просто рофельная какая-то хуйня была только что. В случае вот с поговоркой «пуля дура, а штык молодец», с нашим инфильтратором это нихуя не работает. Он, блядь, не мечом может промазать. Today's maneuver by local peacekeepers was a planned exercise. Citizens should not be alarmed. All weapon fire and wounds were simulated to better train Advent forces. Ну ладно, справились и справились, хорошо. Теперь, по крайней мере, кстати, мы получили разведданные, но, по-моему, в этом регионе... Я вот, честно говоря, иногда не понимаю, как работает вот это привлечение внимания Адвента. Вроде как там должен увеличиваться сила Адвента, но иногда она не увеличивается. То есть... Работает тоже как через жопу. Ну вот, как я и говорил, Ямато, она бафает абсолютно всех чуваков, кто был на задании. Вот поэтому мы получаем... Close Combat специалиста, очкарика. Он бафнулся у нас. Снайпера получили. Я даже не знаю, может ему... Блин, он... Давайте-ка я ему больше, лучше АИМ дам, потому что он очень косой. Тут у нас... Да, вот это лучше взять. А, трупы я все равно не получил. Ёперный театр. Все равно не получил трупы. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, а увеличилась ли сила в этом регионе? Да, вроде как было, как было 4, так и осталось. Не понимаю иногда, как это работает. Ой. Так, ладно. Так, у нас готов Борода. Комиссар Борода. Так, давайте обучать его дальше, во-первых, на капитана. Во-вторых, кого еще можно обучить? Эрудитку можно обучить? Блин, мне офицеров катастрофически не хватает. Давай-ка я обучу... Кого еще? О, Гусева. Обучу Гусева на офицера. У нас как раз офицера-призрака не хватает. Так, новая цель. Эмбуш. Моя любимая миссия. Моя любимая миссия. Так, давайте-ка посмотрим, во-первых, кого можем туда послать. Моя любимая. Эх, жалко, вот 3 дня он будет.
обучается. А, ну мы можем кого-нибудь другого послать. 7 часов. О, у нас готов этот парень. Прям, походу, он только по этим миссиям-то и ходит. Слушайте, ну у нас тут, блин, у нас тут народу очень даже нормально. Мы сейчас 12 часов infiltration. Сейчас вот вернутся вот эти ребята. О, да, сейчас вот эти ребята вернутся. Вот этот вот восстановится. Этот, как его... Не, ну ладно, жнец... Не, ну жнеца бы я взял, на самом деле, с его клейморами. Так, вот через 37 часов будет готова искра. Давайте-ка посмотрим, во-первых... Во-первых, какая карта? Если это еще к тому же метро, то... Если это, например, карта какая-нибудь открытая, то ему надо будет снайперов брать. Карта Subway. О, мое, прям вот мое любимое. Мое любимое. На, меч. Че ты без меча отходишь, дура. Мое любимое. И сколько у нас дней? У нас есть 4 дня на эту миссию. Да. Я, в принципе, время на этой миссии вообще не важно, потому что... Я все равно туда буду посылать полный стак, чтобы как можно больше трупов налутать. Так, этот тут что-то знает теперь. Так, Владислав Кириллов восстановился. Сейчас мы Спарку дождемся. Сейчас мы дождемся вот этих чуваков. Ну что, может, Рипера дождемся? Там сколько? Ну там еще нормально. 2 дня еще. Здесь 4 дня. Да, давайте еще Рипера дождемся, чтобы вообще по красоте было. Так, о. Кто-то у нас выходит. Николай выходит. Нет, не здесь. У нас кто-то на связь вышел. Рекрут. Во, Николай. Что у тебя? А, ну стандартный. Прям стандартный чувак. Может, в рейнджер пойдет. Все, у нас готовы следующие 2 новобранца на обучение. Только что-то какие-то у вас этот, показатели. Вас откуда набрали вообще? То есть. У вас боевой смекалки вообще никакущая. То есть. Я так понимаю, по объявлению. То есть, приходи записываться в XCOM. У нас есть печеньки. Да хорош. Чё там опять бафает? Я так понимаю, скоро этот аватар, проект, у меня секретные операции будут только на его снижение работать. Так, ага, все, у нас готово экстракт Advanced Supplies. Все, на этой миссии мы... эту миссию мы, как обычно, будем играть уже в следующей серии. И через серию, я думаю, что мы... У нас будет снова вторая бойня в метро, только там на этот раз будет уже Ассасинша. Но мы на этот раз подготовлены намного лучше, потому что там народу, во-первых... Я думаю, что все-таки я возьму с собой хотя бы одного снайпера. Хотя, ладно, не буду загадывать, посмотрю. У меня будет, во-первых, у меня две искры. Во-первых, у меня будет готова по ходу дела магнитка. Две искры. А две искры это, ну, прям мое почтение. Там, я думаю, я так от души там повеселюсь. Все, ребят, давайте. Всем спасибо, всем пока. Хорошего вам дня, не болейте.